Ну-ка, объясни, что ты делал с комарами. В общем, страшная история. Чуть-чуть это деревне, да, мне было скучно, нечем заняться. Я развлекался так. Ловил комаров и разглядывал их через огромное увеличительное стекло. Такая мощная ручка лупа. Ручка там отпала. Тебе понравились? Вот. В общем, разглядывал комаров, мне было интересно, как он устроен. Оказалось, у комара на кончике вот этого носа, которым он жарит, там такая штука, как бур, который землю бурит, такая такая. Подальше отойди, чтобы такая мощненская штуковина. Я брал такое маленькое лезвие и отсекал комару кончик вот этого носа, которым он кусает. Хирург, извращенец. Так я вообще этот, как сказать, такой безумный профессор биологии, который экспериментирует. Прикиньте, я создал бы гибрид комара с крокодилом и получила бы такая летающая. А вот у нас тут Мариночка пришла, красавица. Вот. Да. Интересно, Алиса Селезнева бы не одобрила, она тоже биолог. Да. То есть, что я творю? А видишь, погода непонятная, на солнышке жарко. А вон у нас товарищ Петр на велосипеде. Ай, ура, хорошо. Вот тут смотри, на кого я смотрю. А я вот молодых людей в шортиках снимаю. Это не запрещено. В Библии про это не написано, можно смотреть на симпатичных молодых. Вот это вот мне нравится, что я вижу, мне нравится. Я это снимаю. Ну, я взяла с собой еды, кстати. Я тоже. Я уже Сереге отдала лепешки. Серега, у нас тоже с тобой есть такие буры, в принципе. Да, вот товарищи наши. И вот. Ах, красота, красота. Вот это мне нравится, что я вот вижу. Что? Да, человек симпатичный, что? У меня тоже есть что-то вот такое. Я же тоже внутри Серега Львов небольшой. Понятно, я завидую. Мой небольшой Серега Львов, мой Серега Львов. Гостя у бабушки в деревне поймал осу. Осы — это такие очень вредные насекомые. Что ты с ней сделал? Я ее тоже сам взял таким пинцетиком металлическим, рассматривал ее в лупу. И она пыталась жалом ужалить пинцет, а он железный, у нее ничего не получалось. А потом я взял второй пинцет, и это жало у нее выдрал так. Серега. Я садист. На самом деле, осы — это вредные насекомые. Их вот, то есть, в отличие от пчел, которые медуют, оса, она ничего не приносит полезного. Она, ну как вот, типа, как вот паразит. Поэтому вот ничего полезного, вредного, вернее. Я просто снимаю молодого человека, а мы так для отвлечения внимания. Ну, симпатичный, да. И ножки у него такие симпатичные, загорелые. Но не на камеру. Загорелые мышцы. Ну, короче, берешь камеру, расскажи.